Такое не каждый день увидишь. На видео, которое выложено в городском сообществе «Типичная Щелково», человек повис на ограждении Жигаловского путепровода. Вокруг собралась толпа, но никто не может его вытащить. Кажется, мужчина вот-вот сорвется, но тут на помощь приходит смелый молодой человек. В считанные секунды, не побоявшись высоты, практически одним движением руки спасает мужчину. Вот он, герой дня, щелковец Станислав Плотников, фитнес-тренер, спортсмен, преуспевший в различных дисциплинах, смешанных единоборствах, армрестлинге, бодибилдинге. В тот день Станислав направлялся на работу в фитнес-клуб «Лето» для проведения онлайн-тренировки и чудом оказался в нужное время, в нужном месте. Ждал управляющий, чтобы открыть зал, вот, и увидел такую картину, где молодой человек находился за пределами ограждения, да, то есть скопление было людей, также сотрудников полиции. Вот. И когда молодой человек уже, получается, висел, я быстро добежал и помог. О смелости мужчины говорят во всех социальных сетях уже несколько дней. Однако сам Станислав не спешит считать себя героем. О своем поступке рассуждает со скромностью. Говорит, чувства страха не было. Навыки, полученные во время службы в армии, помогли. Когда я проходил срочную службу, это было, если не помню, где-то 11-й год, это спецназ ГРУ, то есть мы совершали прыжки, то есть и высота, то есть как бы, да, то есть чувство страха, там оно убивается. Нужно быть справедливым, помогать, да, то есть в первую очередь. Кто знает, чем бы все обернулось, если бы Станислав не оказался рядом. Его поступок не остался незамеченным. Временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков лично вручил смелому молодому человеку благодарственное письмо. Вам благодарственное письмо за то, что так активную жизненную позицию занимаете и помогли спасти человека. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.